В Ярославском торгово-экономическом колледже прошел кулинарный мастер-класс для семей участников СВО. Всего на мероприятии было 15 человек. Это родители и дети школьного возраста. Под руководством преподавателя колледжа они делали трайфлы. Это десерты в стаканчике из бисквита и крема. Об этом подробнее расскажет мой коллега Игорь Шевченко. Готовить начали оперативно. Пока шеф-повар разогревал сковороды и выпаривал топпинг, публику развлекали рассказами про трайфлы. Небольшой десерт из бисквитного теста с заварным кремом на первый взгляд кажется простым. Тем не менее, его история создания берет начало в 16 веке. Некоторые даже готовят его с огоньком. Бисквитную основу и ягодную прослойку приготовили заранее. Повар показал на своем примере, как нужно заливать первый десерт. Теперь, когда все приготовления выполнены, можно всем остальным приступать к активным действиям на кухне, а именно украшать сладости. Наконец, все перешли к самой интересной части. Теперь все можно будет попробовать сделать своими руками. Много ингредиентов, все они разноцветные, а главное интересные. По итогу получится вкусный десерт. Всех ребят процесс готовки заинтересовал не на шутку. Семейные тандемы приступили к совместному творчеству в считанные секунды. Как оказалось, технология совсем не сложная. Главное соблюдать правильный порядок действий. Сейчас делаем десерты. Очень интересно, нравится, увлекательно. Трайфлы, насколько я помню. Организаторы этого мастер-класса – Ярославский филиал фонда «Защитники Отечества» и региональный центр федерального проекта «Навигаторы детства». Это не первый совместный проект двух организаций. Для нашего колледжа большая честь пригласить семей участников СВО на наш кулинарный мастер-класс. Мы бы хотели проводить такие мастер-классы чаще. Для нас такие мероприятия, они очень важны, потому что мы объединяемся, мы и так стали все одна семья, а здесь объединяемся еще больше. Узнаем, кому что нравится, смотрим, как ведут себя наши детки. Главная задача подобных мероприятий – вовлечение ребят в общественно полезную деятельность. Национальный проект образования включает один из важных параметров – это патриотическое воспитание. И мы понимаем, что оно не может быть формальным, не может и не должно ограничиваться словами, поэтому это всегда действие. И я понимаю, что и члены семей, участников специальной военной операции и те, кто будет сегодня проводить мастер-класс, в очередной раз просто смогут почувствовать, что мы большая страна, мы вместе, и вместе нам все по плечу. Школьников дальше планируют познакомить с известными ярославскими телекомпаниями и сводить на экскурсию на фабрику мороженого. Игорь Шевченко, Денис Кауров, главные телевизионные новости.